Подожди, а вас вместо кого пришел? А, он был? Да не. Я вспомнил, что у нас Ребекка. Ну, Лакрин писал, что Билл отойдет быстро, пока Друля ждем. Решала тут, он прыгал только что, кушая крылышко. Ну, это Шамик. Это его ник с XP. Бля, ну я могу сделать вам ДДК, как бы, но, бля, такое себе. Ну, типа, бля, 10% лав. Энха можно. Энха можно, прикольно. Лакрин, ты тут? Похавай этот. Молчи. Он плохой, молчи. Контор палишь. Даю Таню. Что кричит, помянем. Все, Гером. Гером, хорошо, отлично, играем. Трапу стоит. Ну, забирай. Ну что, орехи поделили, все нормально? Как шаманы прилили орехи. Прям как белки какие-то. Если стаки спали, вот сейчас дальше, смотри, стаки у тебя только спали, сразу таунт, не жди моей команды. Котик, жмотик, гимн на ману, содиум, тотем. Играем. Все свичнулись, все свичнулись, играем. Все, играем по мосту. Лилхаммер на тебе мог. Баллада, гимн на ману, шамик, тотем. Аж... А, протус. Чё, СС был, что ли? Заебись. Чётенько вообще. Пробафайте варов. Пробафайте варов. Да, да, нет. Да, я не знаю, он как-то на ретри кагрится, блядь. Ну, вы сказали бы, я хотя бы отбежал от него, какого там ретри кагрится. 4%, блядь. 4% подхилили ему.
Истребление готовимся. Прото уже ШВ прожми. Сама не бей пока что. Шейки ФР быстрее. Как танков, блять, вы потеряли хилы на. Таунти, таунти против. Все, шейкет мне дал. Забрал, забафта тебе полностью вар. Войд, дай БР Кадырову. Центр. Для зомби. Пулбаф по варам сдайте. Капустка гим на ману. Че опять уронили? Да ну блять, ну сука. Он тебя просто сложил по бэдлифу, все. Да там обоих танков сразу сложил. Ребят, привыкайте, блять, к тому, что, сука, как только резают танков, блять, как только мы встаем, надо отдать пулбаф, блять. Просто отдать, сука, пул баф. Мы не должны стоять без бафов, блядь, танчить, сука, боссы ебучего, блядь. Вы поймите, что мы не в овергире тут, ребят. 200-й, блядь, ребята все. Поэтому, господа, блядь, не ленитесь прожать, сука, одну ебучую кнопочку свою, блядь, и отдать, сука, бафы. Я каску сюда вешу. Мне же не показалось, что мне тут враг повесил. Ну, сейчас на мне не было ни одного бафа, вообще ни одного. Не знаю, я каску прожимал, то есть каска даже был каска. Ну, ты, видимо, отдала, когда протулся подняли, а меня аж позже подняли. Он даже солнышко подарил. Каска была. И стадиум. Ну, там мои ходки постоянно висят. Да, и ход реаниматора висят. Нет, скорее всего. Нет. Он взаимозаменяет. Там кританоть должен быть, по-моему. Пристав крит. Бомба должен качаться, короче. Да танки сейчас падали под берсой, просто не сняли вовремя. Просто по 36 тысяч прилетело танки. Ну вон Протиус за секунду два раза по 24 тысячи залетел. Ну так это столько не захилить, в любом случае. Шаман опять АФК. Да я уже резал 10 раз его. Он от тебя специально не принимает. Да мне пофиг на тебя. Сейчас я подойду, не переживай, ёпта. С оргазмом вставай. Далеко бежать. Проще при самой идти. Не, я встал, добегаю.
У нас лока нету. Есть джойстер или молча? Сейчас, постышка. Да, но если шкаф поставить, тогда я тоже бы починил свои желтые перчатки. Не, как раз. Саш, поставь шкаф. Откройте там свой бизнес, мебельную фабрику. Потом диваны начнете делать. Парни в ответ. Миш, поставь, пожалуйста, порт. Я тоже надо починить, потому что 70% сейчас точно. На всякий лучше починить. Так, я в Дискорде сижу, я только зашел. Да, я поэтому... Да, я после следующего трая ухожу. У нас просто я просто был на экстриме, у нас там собрание было по поводу распада гильдии, все дела. Вот, блядь, мы сейчас только что сидели, этот, хуйня страдали, этот, гильду грабили, такое. Радио. А что, ты много награбил? Ну, мне дали, блядь, короче, 200к голды и 5 ДС. 200к? Да. А, на каком, не здесь же, наверное? Не, на экстриме. А, пиздец. Ну ладно, вам обнулят голду, когда перенесут, что-то паришься. В смысле обнулят? Не обнулят. Да ебать, там экономика рухнет, нахуй, все так по 200к каждый зайдет. А у чуваков уже на сервере 100% по 200к у каждого, блядь, имеется. У меня 2 голды там. Я тоже, я не фармер, у меня там какая-то, может, 1005 есть, блядь, не больше. Да нахуй этот экстрим? Да этот экстрим никому не упал. Аус, поставь, пожалуйста, рыб. Такое предложение про толстый складывает. Давай варк с ником варк спекнется в танк, у меня по заряжению танк будет. Так вы вдвоем с протелсом половите трэш, блять, проще будет хоть. Давайте больше танков. Я давай 10%. Ты... Нет, да, пускай портал тебе держит, один хуй на трэше там бегаете. Да, да, я слышу. Да, без разницы. Да, он кинул. Знаешь, почему мобы постоянно идут через рейд? Вот я думал, что это очевидно. После истребления милики дамажат, и они ауешат фуловых мобов. И, блядь, они набирают на них нормальный агро. Поэтому он и пиздует через весь рейд к милику. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Получается, пока у нас идет истребление, те, кто стоят на своих метках, держат их подальше от рейда, чтобы их не дамажили. Я так понимаю. Вар, я тебе перекину их чуть позже. После пола герл сдадут, и я тебе перекину.
Ну, хз, насчет держать, типа, я подбегаю, нову даю. Там все-таки моб за мной будет бежать, его какой-то милик, блядь, вертуха, и ёбнет, и все, и он на нем. Не-не, ты вот, когда следующий после этого появляется, ты прямо здесь где-то держи, вот сюда отводи. Протус. Протус, ты можешь кинуть на это, на Мишу, на Вой. Так он там с тобой. Ой, Аня. Сейчас идет. Тут рыба, которую никто не жрет. Да это не Махас, это кондом. Ебать, ты съебал. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Все, перекинул в дел. 2 секунды заберу. Я буду тебе подводить их. Ты не бегай к квадрату, бегай вокруг лужи со своими мобами и все. Да, мы так и делаем с магом. Тебе возим. Теус там 24 стака. У тебя 30. Милики побежали. Не, новых не бейте, новых макайте. Заберите моба, моба заберите. Не скидывают, бот. Так хорошо, не понял. Тебя убили или нет? Нет. Маны ноль. Ставлю ТТМ. Котик жмотик, гим на ману. Сколько у босса хп осталось? 32%. Все, побежали. Что-то купите.
Да лучше босса добейте, да и все. Не-не-не, флоу, я по мобам. Это Валада, один на ману, Шамик тотем. Это была великая победа Орды. Два. Один. Ноль. Нет, блять, вы сейчас охуете, немножко стадился. Да, стадилось будет пизда. Бля, я хуй. Сложно перебегать. Да не, бейте Тадиус. Да пошли, пошли на Тадиус. Тадиус легкий, просто надо понять, когда, кому надо перебегать. Плюс я вам сейчас просто, я сейчас вам просто объясню тактику, чтобы вы стали нормально, а не бегали с угла в угол. Там просто друг напротив друга стоите и все. Вот говно. Ничего, паладины могут ролить. Можешь объяснить, эта кираса, она лучше, чем та, которая на мне 200? Да, 213 токен. А, да, окей. А сколько токенов упало? 3? Да. Ой, это не то, блин. Я отмена. А. Слышишь, хочешь тебе прикол рассказать? Нажмешь, там типа розыгрыш закончился, еще раз нажмешь, не надо наводить ни на цель. Понял? Слышишь? Войт. Стой, не нажимай так. Смотри. Наведи, вон есть закончить досрочно, нажми закончить досрочно. И там вот, на... Вот сейчас награда появилась, нажми на награда. Еще раз нажми. Да, нажми. Оно теперь... само передаст, да. Шмот. Оно само передаст, не нужно тебе искать его. Мне кажется, он тебя не послушал. Не, ну так нечестно, блядь. Ну изи, да. Он и плащ забрал, блядь, честно. Сотка, чё такое, сотка. Пошлите потихоньку сейчас, того моба сразу надо будет забежать. Ебать, Кадыров сотку выбросил, тупо просто. Да. Сразу со мной. Да ну можно не дамажить, можно я доведу моба? Там это стреместа есть, да? У зря Кадырова обнали, он, блядь, не доигрывает. Это охуел. Мне кажется, Вар хочет потанчить, блядь, он говорит, у нас танк хуёвый. Хуя себе, блядь, потанчить. Не, ну Кадыров точно не проиграл. Я думаю, можно у него токены забрать и отдать кому-нибудь более полезному. Вы там ближе зайдите. Бля, вы чё, сагрели? Только в стенку уберите все, потому что не отбрасывают, там нихуёво. Это как бегает, давай контрэш. Второго орастка с покаянием.
Уф. Я отошел, вообще пришел, да, туда. Я говорю, не доиграл. Забери у него токен, короче, и я распределю кому. Кати. Ты распределишь себе, да? Я не подхожу по классу по этого токена, так что не получится себе распределить. Надо скринуть, увидеть вас. Ну, если честно, у вас же написано консоль лут. Типа, чел забрал плащ, еще и токен. Или не было? Ну, кадыров. Я в консоль лут. Ну, да не, Серега, не воспринимайте, я же рофлю. Не знаю. Я такой думал, в смысле консоль лут. А что, не консоль, а что, у вас ролл? Ролл? Да. Первый рейд, я так понял, да, потом не ПГП, наверное, так не видел. Ну ладно. Забираю, делаем. Ну там, ну так, слушай, чувак, идешь, не идешь? Ну я жду пати, я тебя нашел. Вот, дай ему пати. Я чашку забью быстро. Не скажу, что это тактика. Смотрите. А, здесь две фазы. Первая фаза, мы беремся с его адом. Полностью весь рейд делится на две пачки. По одному танку, по два хила, собственно, и распределяемся по сторонам. А, танков будет перекидывать вместе с тобой. А, надо этих мобов залить одновременно. Ну, максимальная разница это 10 секунд. Если не укладываете за 10 секунд, то второй резается с пуха, так? Тот, который был убит. А, после того, как они убиты, надо будет перепрыгнуть на ту платформу. Обязательно. Перепрыгиваем на ту платформу, собственно, разбегаемся по сторонам. Получается, в принципе, вы становитесь... Приготовьтесь сразу так, что с левой стороны в одном таргете у нас стоит плюс, с правой стороны в одном таргете стоит минус. Вы будете бафать друг друга. А плюс с минусом ни в коем случае нельзя перепутать. То есть нельзя плюс перенести к минусу. Это приведет к вайпу. Смотрите внимательно. Идет перераспределение. Он будет кастовать замену дебафа. Раз там, по-моему, 40 секунд у меня кастует. Сразу у вас будет 5 секунд, чтобы поменять свое местоположение. То есть, если у вас был минус, у вас дался плюс, вам за 5 секунд надо перебежать в другую метку, в другую сторону. Если вы этого не делаете, то, соответственно, можете искать ГВП. Всем до свидания. Куда плюс, куда минус, в какую сторону? Минус, минус в правую сторону будет наноситься, плюс в левую сторону. Просто перебегаете, не пересекаете. Короче, по ДЦПшниковски. Синяя метка это минус, блядь. Поставь ее слева. Ты, блядь, прям просто поставь, чтобы в нее вставали. Красную. Нет, синяя справа, красную слева. Красная это будет плюс, синяя это будет минус. И по цветам так и совпадают. Да, а перебегать всегда либо слева, либо справа. А если я дальтоник? Ну, блядь, я не знаю. Google очки возьми, они лечат дальтонизм. Да. Да. Да.
Бьют РВД, да. Я распределю сейчас. Чё, Британия? Он по дуге. Обычно с правой стороны. А еще раз. Всегда слева плохо. Как бы сказал, чтобы понял. Там не надо. У него фрейм большой. С крестиков квадрат за спиной, короче. Ну и наоборот. Ну да, единственное, единственное, кто не двигается с места, это МД. То бишь он стоит постоянно на одном месте, неважно в нем минус, плюс, он всегда стоит на одном месте. Нет, танк двигается вместе с метками, со всеми. Я никогда не двигался на этом пути. Нет, он двигается. Двигается танк. Он двигается, он смотрит по своим дебафам, протестует в сторону босса. Просто разворачивает босса в зависимости от того, к какой он полярности относится. Нет, пан, пан, крестик это плюс, квадрат это минус. Крестик плюс, блядь, квадрат минус. Пан, блядь. Справа минус у тебя, квадрат с правой стороны, это минус. А с левой стороны это плюс, красное место слева. Ну, либо рофлит, либо у него это дезориентация, он не знает, где какая сторона. Он просил писать, потому что не слышит здесь. Блок, а можно? А можно? А, ну, собственно... Все банально просто. Все милики на левую сторону идут. Все РДД идут на правую сторону. У нас приблизительно баланс. А можно сум, пожалуйста? А их же вроде одновременно, да, убить? Да. Саш. Поставь шкаф. Да, тут надо одновременно будет. Ну, я понимаю. Не за спиной, а перед лицом из креста квадрата. Ой, с креста в квадрат за спиной, да? Да, верно. По часовой. Все правильно я написал. С креста в квадрат, да, за спиной. А из квадрата крест перед модный был. Ну типа, бля, представили себе часы. Квадрат это 12, крест это 6. Все. Вторая пачка куда идет? Разве? Сейчас стоим. Говорят, ладно, наоборот, значит наоборот тогда. РДД с левой стороны, или с правой. Да. Милишный Фойген, а РДДшный Сталак. По хилам на левую сторону Содиум, Реаниматор и Баллада, на правую Солнышко и Шамик. По танкам. Так,
Ну, Войт, без разницы. Выбирай, блин. Ну окей, я уже... Стелс, пусть с тобой там же шмелит. Крест, блядь, фулбар сделайте, пожалуйста. Почему у нас люди, блядь, без фулбар? Крест по друлю, крест по ханту, каску по ману, крест по лоб. Крест по ханту. Как раз ровно идем. Ты подбираешь, пришел просто ну. Мелики чуть стопните на 200 косарей обленяете нас. Чуть-чуть, буквально 3 секунды не бейте. Все, домашний. Плюсы в квадрате же, да? Нет, плюсы в кресте. Ну, крестик есть плюс. Как еще можно по-другому? Как угодно можно по-другому. Ну, поставишь специально, чтобы более-менее одинаково показывалось. Практически. Вот, мелики добили. РДД добили. Все, все перепрыгиваем. Упали там пару человек. Ну, кто упал, отбегайте, вон там есть. Дорога. А, кто нагрел. Он сам нагрел. Ждем полярный. Станьте только в один фрейм. Полярный, 2 секунды. Через, блядь, спину бежал в плюс. Блядь, напрямую бежишь спокойно, да и все. Нахуй вы это делаете, блядь, да дебафы смотрите своим. Сбить полярность, посмотрим внимательно. По часовой стрелке, ребят. Вы что, не знаете, как бегать? Не знаете, 9 часовая стрелка? Хуя, сквозь босса, блядь, пробежали, сразу как баф получили, и все. Он, блядь, не успеет шотнуть. Оно и видно, блядь. У рейда лежит, нахуй. Через босса не пробежали. Потому что долбоёба неправильно бегает, блядь. Кто вообще-то метки поставил, блядь? Метки, нахуй.
под боссом-то никто не лежит. Метки слишком близко, далеко стоят, ах, ты понимаешь? А очень долго перебегают люди. Вот из этого, из этого шоу-шота на... Изначально 5 человек, потом еще 5 человек. Очень далеко стоят метки. По часовой стрелке никто тут, блядь, не бегает. Здесь нужно просто прямиком друг напротив друга перебегать. Вот так вот, блядь. Как поезда ходят друг напротив друга, блядь. Так и здесь. Танк тупо стал по центру, просто дрочит его просто по центру и разворачивает в ту сторону, в которой у него дебаф. У него стоит плюсик, но он тут повернул, значит, вообще там, блядь, кресло. У него, блядь, минус, он повернул его в квадрат. В чем проблема? Кто сказал? Говнюк, блять. Он паралич хочет. А почему не паралич? Я просто вам сейчас объясняю, кому-то, что вы сейчас неправильно сделали. Но давай ты не будешь, блять, в чужом рейде называть кого-то долбоебами, на. Я не называл долбоебами. Просто сейчас я заведусь, блять, рот свой закрой, на. Во-первых, не запекаю рот, во-вторых, что я по-нормальному разговаривал. Ладно, что делаем? Да что, ложимся, мы не убьем его. Но я сдох, потому что у меня челик выбежал с плюсом. Ну, подожди, давай вспомним, вчера ты на Хейгане тоже дох, потому что ты перебежать, блядь, не мог. Говорил, какие, какой ты, блядь, умник, и ты умеешь бегать. Нахуй. Подожди, подожди, слышишь, умник? Я вчера не говорил, что я профессионал, ебать. И ты сказал, что этого босса тоже первый раз убиваю, ебать. И то, что я просто знаю тактику, как это перебегается. Пиздец, вы, блядь, агрессивный. Куда пришли, блядь? Во враг, нахуй, выяснять отношения или чё, блядь? Как, сука, уёбки, блядь, себя ведёте, нахуй. Чисто, блядь, как собаки, нахуй. Ну, ты вообще своё ебало закрой, блядь, не открывайся. Чтоб я тебя не слышал, блядь. Уёбки, блядь. Сейчас котлеты, нахуй, тебя въебало заряжу, блядь, будешь нахуй спать, блядь. Ну, дайте, дебилы. Ну, Фьюш, ну, будь умнее, пожалуйста. Тебя-то я знаю. Не надо огрызаться, спокойненько. Он ведет себя как уёбище, блядь. Ну, он пришел в рейд, нахуй, или что он делать решил? Ну, будь. Так не тому мод, не тому мод дал. Нахуй. Просто понимаешь, меня вот больше выкашивают, когда люди вот приходят в рейд и начинают включать из себя включать умника и ну, не в обиду будет сказано, как бы, ну, если я что-то говорю, я, ну, стараюсь аккуратно говорить, что, ну, блин, ребят, давайте попробуем по-другому, короче, попробуем, давайте так. Зачем говорить, что кто-то там как долбоебы бегает, блядь? Ты сам нарываешься на оскорбление, и ты говоришь, что ты нормально общаешься с людьми. Я бы честно, вот если бы ты по-другому высказался, я бы тебе ни слова не сказал. Но как только ты начал людей, которых я знаю, ты обобщаешь на всех и говоришь, что бегаете как долбоебы, кто так делает, блядь, и так далее, я сорвался, уж извини. Ну, просто человек рассказал тактику, все бы этой тактике делают. Потом он что-то во время трая начинает этот говорить, что не так. Вот я о том и говорю, типа, блядь, можно же адекватно общаться. Ну, типа, блядь, ну накосячили, первый трай пришли, мы чё здесь, нахуй, 20 дней сидим?
В пизду нахуй, я упал с трубы, блядь. Нет, под отставку, видимо. Под отставку тоже шинфу заполнять, да? А, да. Ну, окей. Не пих. Не помню. Ты писала тогда, по-моему. А, егошник, нет такого слова. Ну, я, кстати, заметил, что в России многие говорят эти вот егошний, еёшний, блядь, и так далее. Для меня тоже это слово. Их не. Ну, я типа живу в Приднестровье, это непризнанная республика между Украиной и Молдовой. И ну, молдаване говорят мэй, а украинцы шо. И вот мы как непонятные какие-то шо мэй там говорим такое, в принципе, тоже здесь. Хули, все поперемешивалось после Советского Союза. Ну да. Ну, я украинец по национальности просто живу. Да, вы все за Блять. Хотел выебнуться, да? Хотел выебнуться, что конечно, сказать? Конечно. Ну, Бой, ты, в принципе, меня знаешь. Я как бы человек пассивный до определенной рамки. Вот как только кто-то говорит нежелательные для меня слова, если я их слышу. То есть, если кто-то это грамотно сформулирует, просто нормально скажет, я ничего не скажу. Я, наоборот, поддержу, скажу, давайте, окей, давайте так побольше. А когда это говорится с такой агрессией и так далее, то все, уж извините. Чувствую, что дезморалил, Войт. Войт. Предложение. Сделай, пожалуйста, в DC канал Мута размыть танков, релов и хилов. Пожалуйста. На следующий рейд. Ну, типа, вы очень много говорите, сори. Можно я еще один момент уточню? Просто я вот у меня чувство, что меня обманули по поводу честно, все-таки я хочу разъяснить. Ну, если вы считаете, что это нормально, что типа уходят шмотки все, то я как бы закрою лицо. И мне кажется, ну, Кадыров забрал плащик, хасткрит и забрал чест. Так мы ролим, в чем проблема? Проблема. Я думал просто как-то... Ага, понятно. Ну, ладно. Когда рейд собирался, этого не было, но по ходу пьесы менять правила. Вы устанавливаете правила? Войт, вот сюда иди. Просто все 200-е, все раздеты, а как бы пацан, получается, одевается, остальные не очень. Нет, я также сотки буду кидать. Давайте вообще, в принципе, начинать. Что, по поляне с друг через друга проходим или по часовой? Ну, проходите друг через друга, метки там уже ближе вам поставили. Ладно, что... Пробегал, он дамага не получал.
Так он не получал, он дамажит всех вокруг себя. Подождите, Ген, что? Влад, мы умрем так. Ты босса, вот, знаешь, как немножко сюда бы его пододвинуть. Не где он сейчас стоит прямо, а чуть сюда поближе к... Ближе к центру, прямо вот между нами. И бегать по часовой просто, все. Как получили метку, смотрим, засыпь дебафом, все. Мы убивали так вполне нормально. Если через центр побегать, мы всем помрем. Я вот говорю тебе. Можно сделать, давайте побегаем через центр, мы всем умрем, все. Я все скажу. Да, я его подтяну. Да, блин. Стоп ДД на 3 секунды. Стопнули, 3 секунды посчитали, дамажим дальше. Перекинешь на Валтуре? На медведя перекинь. Я на танк перекину. Медведь не танк, все. Ну, ты, по-моему, меня понял. Я мишки тыкнул. Милики, еще раз стоп на 3 секунды. Разница сильно большая. 300 тысяч. Разлива скинул. Пошел к миликам. Все, ровно идем примерно. Ого, вот это я не. Вот это прикол. Улетел, блин. Боит. Протеус. Стой там, держи босса. Ой, не. Я тут лежу. А, у него фуловый. Блядь. Быстрее, да. Блядь, он у них треснулся. И тут треснулся. Все. Да, может быть. Да, давайте попробуйте заявление. Дайте дела. Я его знает. Я был с фул столбом, и потом такой оп, и все. Ни у кого нет дела. Да, красиво. 0,9 секунд умер. 0,7. А, Влад, может быть, друида направо закинуть рестора? Там просто шалуешка идет, а сюда точечный. Да. Захил. Тут только тебе, ну, одного танка надо хилить, в принципе, слева. Ну давайте поменять себе аниматор и фон. Нет, нормально. 143. Ну, слишком быстро долбара нанес. Нет, скажите, сколько у вас рейтинг защиты протовара? Ну, я же сказал, 143. Ну вот, поэтому по вам криты летят, потому что тут минимум 560, но чтобы вы по вам не критовали. Так что
ждите криты, они всегда будут прилетать, пока вы нормальный деф не соберете. Сорок на дыркуле. А здесь, я тебе вот могу сказать, как танк с большим стажем, здесь минимум 560 надо. Это просто минималка, и то один хер по тебе нет. Нет, а крит будет прилетать. Но если он для тебя неизвестен, то это как минимум на 10 уровней он старше. По крайней мере, так должно быть. Мод поздоровее, чарки пободрее. Не, не знаю. Чем еще занять на все КД? Ну, по-моему, я сейчас посмотрю, может. Блин, я не помню, 200-е там есть что-то, металлка какая-нибудь с защитой? По-моему, нет. Сейчас чек. Ну, сейчас на всякий случай чекну. Что, в принципе, я до 560 могу себе поднять, но мне надо... Металлка поменять. Мне единственное, что без защиты, это металлка. Ну вот здесь на Серусе я что на X2 танковал, что на X3 танковал. Я тебе могу сказать так, у меня вот у ДК было 560 деф и выше. По мне даже в РБК босса критовали. А чтобы полностью вообще избежать критов, вот вообще под 600 надо. Чтобы прям вот CLK танковать, и по тебе ни один босс не критовал. Не знаю. 90-600 это прям 100% надо. Здесь у именно у Сируса такая фишка, то что боссы они как-то завышены, что ли, статы как-то по-другому работают, то есть здесь никак то что на цепь. Если по форуму ты там найдешь по-любому есть эта информация. Я когда на X2 играл, то есть это примерно на X2, когда ввели Т5, я общался с топовым паладином сервера, и он мне объяснял всю вот эту ситуацию. Именно с дефой, именно как паладином агро держать, как за ДК агро держать. Вот они мне объясняли, там, в гильдии, по-моему, этот... Блядь, забыл название. Джоки. Вспомнить как. Не, Джоки точно. Я был сам, как поступил в гильдию Peaky Blinders, а на тот момент там три топовые гильдии. А, нет, я уже с Peaky Blinders ушел, пошел в Санвиллы, и как раз-таки в Санвиллах мне объяснял... А, нет, это был вообще с другой гильдии. Короче, это все сложно. Посмотри на форуме, по-любому кто-то выкладывал гайды какие-то по поводу танков, тех же самых. Даже по поводу этого... Экспертиза здесь надо не как обычно 26, например, на дыркуле, да, здесь надо 28, чуть выше, короче. Чуть выше мастерства нужно. Это вот именно особенность Сируса такая. Крайне странно, я понимаю, X2, X3, почему они не сделали здесь, как на дыркуле. Потому что там-то усилки, там понятно. А тут нет усилков. Да делать не как на дырку, а как на общем. Ничего вроде такого не было. Дыркуль я бы тоже не брал как идеал. Понимаешь, это тоже кривая пиратка. Это тоже половина работает не так, как должно работать. Оно работает, но не так. У
Бегут еще. Ставчик. Да я аук чекаю. Аук чекаю, блядь. Ну, есть, блядь, лук с рейтингом защиты. 178. Да, он может себе броню на перчатку сделать. Ты с левой стороны, а реаниматор на правой.